меня навестил новый сюрприз. У меня произошел новый сюрприз. Отключился интернет. И поэтому сейчас я даже не смогу это загрузить. Но я расскажу, что несмотря на то, что у меня отключился интернет, у меня есть немножечко бесплатного в телефоне. И я написал студентам, ну, вот эту рассылку, что у них сегодня со мной занятие, поэтому не могли бы они прислать мне свои видео. И оказалось, что еще в тот раз, когда я послал, один студент прислал свое, ну, я не понял, это видео или аудио. И после этого еще написал спасибо другим сообщением. У меня что-то сейчас мелькнуло. И, в общем, а это сообщение у меня всплыло, и написано «спасибо». Я подумал, ну надо же, он написал «спасибо», а когда видео пришлет? И поэтому я заметил его вот это вот, я не знаю, что это, только вот сегодня, сейчас, ночью. И, в общем, я это скачал, оно было мало, там 4 мегабайта всего лишь, в каком-то очень странном формате, M4A или что-то типа того. И, в общем, у меня получилось это как аудио послушать. Я даже какое-то замечание написал относительно. Но тоже написал, что ноты я скачивать не буду, потому что мне их надо будет искать, мне надо будет их скачивать, и это все будет тратить мой бесплатный интернет. А основного интернета у меня сегодня нет. Его отключили почему-то. Точнее, я успел даже спросить, что с интернетом, и мне уже написали, что он сломался, и его чинят. Но это было еще к утру ближе. И вот сейчас наверняка еще не появился интернет. Потом я даже тут пытался, ну, мне непривычно так есть без интернета, без фильмов про коронавирус. Как же мне есть-то, у меня даже аппетита нет. И я начал ходить по соседям, стучать. И не получилось. У меня не получилось выпросить у кого-нибудь интернет. Ну, кто-то там использует и так чужой, а кто-то мне не открывал. Я думаю, что кто-то даже уехал из соседей. Что-то я еще сегодня просил, и не сработало. Не помню. С занятиями... А, ну, конечно. У меня сегодня день просьб, которые не срабатывают. Я начал бегать по классам, чтобы позаниматься, а они были все заняты, и ничего не получилось. Ну, правда, получилось занять класс на потом, и поэтому я сегодня позанимался позже, чем хотел. И на самом деле, да... Вообще поздно занимался, как-то непонятно. Но зато вон успел постирать одежду. Хотя тоже вот сегодня с утра я думал, что не удастся, потому что кто-то просто оставил там вещи и все. Ничего с этим не поделаешь. Наверное, я даже почти все вспомнил, что произошло. Ну, с едой, кстати. Я не помню, когда начались эти эксперименты. По-моему, они вчера начались. А может, даже сегодня. Я начал просто так наламывать капусту в эту в стеклянную кастрюлю. Наверное, я это вчера еще говорил и делал. И, в общем, сегодня я опять наламывал капусту. Наломал капусты. И даже в магазин не выходил. Я сегодня не выходил, и это так здорово. Я бы с удовольствием устроил себе такой карантин. Единственное, что это очень дорогое удовольствие. То есть кого-нибудь просить там какие-нибудь эти доставки, это, конечно, не дешево. Но посмотрим, как будет продвигаться с этим коронавирусом. Там вообще что-то... Америка все-таки обогнала Испанию. Я думал, что Испанию будет никому не обогнать. Она ее обогнала сегодня с утра, потом Испания обогнала Америку. И обогнала. А потом Америка все-таки опять обогнала Испанию.
по численности зараженных. А у нас, кстати, в России, у нас был один человек, который перестал жить на черной карте. Ну, на карте, на которой все это показано. Он перестал жить, а потом воскрес. Он... Ой, над этим вообще нельзя шутить. Я очень извиняюсь, лучше я буду спать. Но на карте у России был один переставший жить человек, а потом исчез. Ноль переставших жить людей.